Они не просто пришли, они уже заряжены. Нужно сказать, готовы. Алоха море или что? Вот. Ух ты! А почему нам не выдали вот это? Мы тоже хотим. У нас, мы не настоящие волшебники. А, вот, теперь настоящие. И... Магия начинается прямо сейчас, в этот момент. Ну, что мы сегодня будем что делать? Приготовили? Да все как обычно. Да. Как вы любите. Вы будете нас обманывать, а мы будем верить. Да. Будем говорить с тобой. Ладно, хорошо. Не уходи. Не уходи. Смотри, у меня на самом деле есть проблема. Большая проблема многих фокусников заключается в том, что люди не могут запомнить одну карту. Так. Меньше стали играть, не знаю почему. Просишь запомнить. Там, восьмерку крести, не вариант. Поэтому я создал свои карты, карты с предсказаниями. Смотри, здесь... Мне уже нравится то, что здесь написано. Скоро полетишь на море. Выбираем? Смотри. Очень хорошая. Еще лучше. Ты получишь 100 тысяч рублей. Ага. У тебя родится гений. Класс. И вот такие вот карты. То есть это, по большому счету, гадание такое. Я делаю фрррр. Вот так. Фрррр. Ты в любом месте говоришь стоп. Давай. Снимаешь верхнюю карту. Мне не показывай. Покажи ее телезрителям, можешь прочитать. И я надеюсь, твое предсказание сбудется. Поехали. Фрррр, стоп! Здесь. Да. Снимай верхнюю карту. Так, ну-ка, ну-ка. Кажется, кто-то что-то знает. Покажи в камеру, показала. Так. Нужно прочитать, что там написано. А тебе можно показывать? Ну, я видел этот фокус раньше, ничего страшного. Прочитай всем, чтобы все услышали. Как это? Нельзя? Там все видно, там все видно. Ладно. Ну, что написано? Тебя поцелует клоун. Итак, тут не очень удобно целовать, поэтому... Настя, давай. Слушайте, ну, чудеса сбываются прямо здесь и сейчас. Вот. Они явно это как-то подгадали. Ну, это вообще настоящее волшебство. Там настоящая магия. Просто все карты поцелуют тебя клоун. Вот. Максим, я пожалуйста. Я вас немножко переставлю. Ксения, пожалуйста, сюда. Так. Кирилл, еще раз. Еще раз. Еще раз, нужно обязательно. Для тебя очень важная задача сейчас. У меня где-то есть колода карт. Да, трепетно и волнительно, признаюсь вам честно. Тебе ну, ты-то хотя бы поедешь колоду на море. А там тоже поцелует меня клоун сейчас? Там поцелует фокусник. Я более честный товарищ. У вас задача еще проще. Нужно придумать себе число от 1 до 100. Хорошо. Придумали? Да. Передумайте, мне не нравится. Хорошо. Хорошо, передумали? Да. Какое-то число? Я-то знаю, но телезрители просто не знают. Можно говорить? Да. 17. Хотите изменить свое решение? Нет. Точно? Красивое число. Безусловно. Но решение менять не хотите тоже. Окей, 17. У меня в телефоне есть список напитков. Посмотрите, кто что под 17 позиций, не говорите вслух. Не говорите вслух. Все, я посмотрела. 1-7, запомнили. Все разные. Да, еще раз. Все разные. Да, все разные, абсолютно. Пролистайте, посмотрите, что это действительно так. Это действительно так. Так, показываем в камеру. Надеюсь, там будет видно. Тут некоторые позиции читать детям нельзя. И так? Под 17-м вы запомнили? Да. Все, я заблокировал телефон? Да. Ничего не вижу? Все, убрал телефон в карманчик. Как обычно, это ничего совершенно не значит. Я сделал уже зарядку для кистей с самого утра. Супер, можете поближе, пожалуйста? Да, пожалуйста. Итак, ты перемешал колоду? Да. Ты всем остальным показал, что она перемешанная? Нет, еще. Очень зря. Давай покажем в камеру, что все перемешанные карты, что самое главное, они все разные. Угу. Так, можно попросить тебя патчик, который тебе не жалко, протяни вперед. В принципе, тебе любой плюс-минус. В смысле? Да, тебе все должны быть жалко. Вот сюда, окей, угу. Покажи в камеру, что ты выбрал. Показал? Та-та-та-та. И чтобы мы потом смогли в точности убедиться, что это такое, чтобы я ничего не подменил и не подмухлевал, твоя задача, вот это, мне кажется, лучше будет, да. Распишись очень крупненько на нем. Очень крупненько? На лицевой стороне, только не на рубашке. Если на рубашке распишешься, будет бесполезно абсолютно. Хорошо. Я ее очень. Ну, то есть там, где написано сердечко, это лицевая сторона. Да. Спасибо, что подсказал. Сколько сердечек? Но на самом деле это еще ничего не значит, потому что может быть карта любая, а я мог тебя обмануть. Да, это ты мог, наверное. Но я думаю, что ты честный человек, и ты меня не обманул, да? Спасибо. Так, в какую показать, да, что подпись действительно большая. Если что, телезрители, запоминайте. А сколько карт у вас с подписью уже существует? Нет, они все уничтожаются, вот смотрите, вот так вот, да. Я еще маленький уголочек от нее оторву. Совсем малюсенький. Я старался. Да, ты старался, а я вот еще один вещдок себе заберу. Дорывай до конца сам.
И сейчас мы с кроликом Рукосуем немножко поменяемся ролями. Он обычно показывает бред полный. Сейчас буду бред полный показывать я. На твоих глазах эта карта с твоей подписью. С твоей подписью? Да, это давай моя. Давай уголочек приложим. Всем да, будет видно, что да, это очень он. Похоже. Карта с твоей, с подписью Кирилла очень медленно начнет исчезать, а потом испариться полностью. Это подходи как? Ко мне. А, уголочек спрячь в карман. Все честно, шестерка. Угу. Да? Угу. Смотри, она начинает очень медленно исчезать. Вот так становится меньше. Да. Да? Да? Меньше стало? Да. Окей, давай еще меньше. Так, ну-ка. И теперь полное исчезновение. Ты готов? Руку левую выставь вперед. Пожалуйста. Правую тоже к ней. Угу. И считай... Нет, убери, это убери. Да-да-да-да-да. Убери в задний карман. Угу. И считай вместе со мной. Готов? До трех. И она исчезнет. Да. Поехали. Раз, два, три. Внимание, в какой руке? Быстро, в какой руке? Подожди, в этой. Да, точно? Да, не да. Подсказывайте ни в коем случае, в какой руке. Хорошо, тогда в этой. В этой нету. Как нет? А в этой? Исчезла. А как же так получилось? Магия. Вот она, моя карта! Нет. Кролик Рукосуев покажет что-то очень интересное. Так, ну-ка, Антоша. Ой, спица. Только очень осторожно, пожалуйста, Антон. Это новый трюк, он его еще не репетировал. Подожди. Да ладно, да нет, ну пожалуйста, не надо, но... Ну как же ты это делаешь? Чуть-чуть более. Боже, боже. Дети, не повторяйте эти попытки, нужен специальный язык. Максим, твой язык освободился. Я отвернулся, чтобы это не видеть просто. Это я знаю, что он собирается показывать. Это ужас. У вас сейчас в голове есть напиток, правильно? А, да. Который вы выбрали из списка. Да. Сейчас прям серьезная магия. Самая серьезная на свете сейчас магия чтения мысли. Сосредоточьтесь на вашем напитке. А мне нужно меня... как-то представлять... Не вот... надо, не надо. Так, не взбивайте волны. У вас в голове сейчас напиток, правильно? Подумайте об этом напитке. Вы подумали? У меня с собой предсказание. Скажите да или нет. Вы думаете про томатный сок? Да или нет? Нет. Правильно, у меня же есть с собой предсказание. Я знал, что вы с утра захотите взбодриться, поэтому принес вам чудо-напиток. Предсказание. Это энергетический напиток, да? Вы загадали его? Нет. Энергетический напиток. Нет. Ну ладно, не адреналин. Может быть, Red Bull какой-нибудь, нет? Нет. Ну какой-нибудь. Ну что за это интересно? Мне надо им подыгрывать или нет? Я не понимаю. Хорошо, а что вы загадали тогда? Молоко. Молоко? Да. Ну, это максимально близко к энергетическому напитку. Ну как бы, да. Энергетическая ценность у собой. Вообще-то да. Ну ладно, хорошо. Раз вы загадали молоко, я знаю, что вы хотите, видимо, правильно взбодриться с утра. Да ладно! Подожди, только что открыли же. Молоко. Как это произошло? Только что было пс. После этого не может там появиться молоко. Там было пс. Все слышали? Пить-то можно? Да, можно попробовать. Действительно так? Действительно молоко? Молоко? Это не. Да как вы это делаете, непонятно? Еще одна интересная штука. Скажи, что это специально есть сверху. Нет. Нету. По бокам что-то есть. Разрезы, дырки, внизу. Может быть, что-то еще. Нет. Ничего. В камеру тоже покажу, что все абсолютно обычно. У меня в руках тоже ничего нет. Хочу вам пожелать сегодня, в пятницу, чтобы вас обманывали только фокусники и самые настоящие волшебники. Скажи, это карта? Доставай. Как? Доставай. Сам. Как они это делают? Это карта с твоей подписью? Да. Приложи уголочек, покажи в камеру, что это возможно, действительно так. Возможно, она даже со вкусом молока. Возможно. Это абсолютно точно. Так, ну вот если вот так приложить, то это оно? Совпадает. Я не понимаю. Я не понимаю. Слушайте, всегда взрослые люди, когда смотрят на фокусников или участвуют в конкурсах, чувствуют себя абсолютными детьми. Спасибо вам большое за это состояние, что как раз смогли вернуть и наших телезрителей в ощущение детства. Детство, вкус абсолютно. Детства. Здорово. Максим Гладштейн, Антон Рукосуев, как всегда, подарили массу классных эмоций. Сейчас мы узнаем, что и куда можно пойти вечером. Культобзор.